Япония снова оказалась во власти дождей и ветров. Пришел мощный тайфун Фанфон, что в переводе с лаосского означает «зверь». Сегодня в стране были отменены сотни авиарейсов и сотням тысяч человек рекомендовали эвакуироваться. Стихия обрушилась на основную территорию страны в ночь на воскресенье. Подтверждена гибель по меньшей мере одного человека. Двое пропали без вести. В некоторых регионах Японии выпадает до 8 сантиметров осадков за час, в целом до 20 сантиметров. До этого, как тайфун уйдет, жители столкнутся с месячным объемом дождей. В Токио приостановлено движение пригородных поездов, что вызвало хаос на вокзалах. Фанфон – 18-й тропический шторм, обрушившийся на Японию в этом сезоне.